Здравствуй, Юкси. Здравствуй, Кокси. Как твое подворье? Ха. А вот как? Послушай мою веселую песенку. Эй! Не так быстро! Шумахер. Давай с толком, с расстановкой, чтобы было смешно. У меня есть дома свиньи, хрупкают собаки. Почему они собаки? Потому что свиньи. Смешно. Очень смешно. У меня козел есть дома, пристает кобылам. Да, и часто пристает. Сутки через трое. Работник. Козел. У меня одна овца в стойле за сараем. Почему всего одна? Меньше нету смысла. Станет? Да. Есть, гадит, где попало. Много молока дает. Молока, а что это? Танец? Да. У меня есть дома слон, хопать с километр. Почему такой длинный? Потому что длинный. И один раз отмер? Нет, 7 раз отрезал. У меня есть дома кот, дом сидит в туалете. Почему он там сидит? Я туда его закрыл. У меня есть дома мышь, сыр ворует, тура. Может быть, ее поймат? Кстати, это мысль. Ты очень умный. Кто я? Ну, не я же. Как? У меня есть черепахи, носятся по дому. От тебя ж улитки были. Были, убежали. Танец? Да. Вот какие у меня звери проживали. Проживали почему? Потому что сдохли. Вам понравились куплеты? Приезжайте в гости. С нас рыбалка, шведский стол. С вас 5000 евро.